Портал fb.ru узнал, почему крымчане недовольны постройкой Крымского моста. В это действительно сложно поверить, но в Крыму есть много людей, которые недовольны появлением знаменитого моста на материк. И речь не о тех, кто ностальгирует по Украине и хочет обратно в ее состав. Нет, Крымский мост ругают даже те крымчане, которые любят Россию и радуются ее приходу. Те, у которых на машинах висят российские триколоры и обязательно есть футболка с президентом. Так почему же так сложилось? Впервые я услышал подобное недовольство от водителя, с которым ехал автостопом из Керчи. В тот момент мы стояли в километровой пробке. Водители жалуются, что дороги теперь не справляются. Это сейчас еще нормально, а в высокий сезон здесь будет просто все колом стоять. И действительно, раньше дорожная система Крыма была рассчитана на то, что люди приезжают в него в основном с северной стороны с территории Украины. Также много туристов приезжало поездами. Сейчас поездов нет. А почти весь автомобильный трафик в Крым устремился со стороны Керчи. И все это благодаря мосту. Трафик этот действительно огромен. В прошлом году Крым посетило 6 миллионов туристов. В пиковые периоды сюда приезжало до 30 тысяч автомобилей в сутки. Это так много, что если каждому автомобилю выделить всего по 10 метров шоссе, то общая вереница растянется на 300 километров, что больше всей ширины Крыма. Портал fb.ru выяснил, как выйти из сложившейся ситуации. Старая дорога из Керчи к Симферополю не приспособлена под такой трафик. Отсюда и пробки. Конечно, власти планируют решить проблему за счет трассы Таврида. Это мощная четырехполосная автострада, растянувшаяся сквозь весь Крым от Керчи до Севастополя. Когда эта трасса будет готова, проблему пробок, скорее всего, удастся решить. По крайней мере, между городами. Сейчас Таврида очень активно строится, но, судя по всему, нужно еще пару лет, чтобы закончить все работы. Так что мнение многих крымчан такое. Сначала нужно было построить дорогу, а уже потом мост. Конечно, это всего лишь бытовое мнение, вызванное недовольством от пробок. Как мне кажется, мнение ошибочное, ведь Крым живет туризмом, а мост в разы увеличил количество отдыхающих. Напишите в комментариях, была ли у вас возможность отдохнуть в Крыму после постройки моста. Поделитесь своими впечатлениями. Видео подготовлено для портала fb.ru. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А мы и дальше будем выпускать интересные видео.